Ирина Чернова – педагог по сестринскому делу Корсунского медицинского техникума. Своим профессионализмом она удивила на региональном этапе жюри конкурса «Мастер года». Теперь Ирина представит Ульяновскую область на всероссийском этапе конкурса в Туле. Чтобы поддержать участников соревнований, организаторы запустили эстафету по передаче флага конкурса. Ульяновские студенты решили подойти к акции креативно и нарисовали символику на асфальте. Это колоссальная поддержка, особенно когда рядом с тобой столько людей, которые верят в тебя, дали возможность поучаствовать. И для меня большая гордость, особенно в год педагога-наставника, представлять Ульяновскую область на всероссийском чемпионате «Мастер года». Студенты разных колледжей пришли поддержать Ирину Чернову и нарисовать мелом на асфальте флаг всероссийского конкурса «Мастер года». Подготовке к финальному этапу активно помогают воспитанники Ирины из Корсунского техникума. Придя на первый курс, я сомневалась, правильно ли я сделала, что выбрала именно медицину. Но когда мы пришли на практические занятия к Ирине Владимировне, я поняла, что я не ошиблась. Она в доступной, интересной для нас форме преподносит всю нужную информацию. Мы очень гордимся, что именно такой преподаватель будет в нашем технике. Как классный руководитель, Чернова Ирина Владимировна – человек с большим сердцем, который всегда относится к нам с опорой и поддержкой. Мы очень рады, что она наш классный руководитель, потому что на протяжении 4 лет она стала для нас очень родным человеком и как второй мамой. В финале конкурса «Мастер года» примут участие 89 победителей со всей страны. Состязание проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и направлено на формирование и развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.